Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Маркелов Борис, и сегодня я расскажу, на что я снимаю видео. Сейчас я снимаю на камеру, которая называется Panasonic, она поддерживает формат 4К, но формат сейчас чуть-чуть я снизил, потому что мне так удобнее, там 1080 я выставил, и сейчас я покажу оборудование, которое есть у меня. Основное время, на что я снимаю вот на этот смартфон. У меня до этого был Asus 3. Это у меня совсем другой смартфон. Почему я его выбрал? Потому что очень сильный аккумулятор на нем. Кстати, у него одна камера 16 пикселей, другая камера 13 пикселей. То есть основная камера у него 16 пикселей. То есть если мы переключаем сейчас на камеру, которая смотрит на нас, на селфи-камеру, ну, качество, в HD-качестве это все записывается, тоже выставляю свои настройки основные, и в HD-качестве я пытаюсь записать. Получается видео, видос у меня получается тяжеленький иногда, но тем не менее где-то 7-минутное видео у меня выходит 700 мегабайт, может 800, ну все зависит от освещения. А так камера на смартфоне мне заменяет вот эту основную камеру, хотя я ее тоже сниму и покажу в конце видео, на что я это все снимаю, но хотя вы это все прекрасно видите вот сейчас на своем экране. Также у меня есть несколько штативов, вот такие, можно сказать, вот такой походный штатив, иногда я его беру с собой на улицу. Еще у меня есть гибкий штатив, вот эта штука, кстати, от него, от гибкого штатива. Если вы будете что-то заказывать, обязательно, если вы снимаете на камеру телефона, смотрите, вот так она делается, так можно вертикально, горизонтально, то есть камеру можно вот так повернуть, причем здесь можно закрепить все, что угодно. То есть любой смартфон, я даже не знаю, может даже небольшой планшет тоже здесь можно закрепить. Есть вот такой штатив большой, такой более студийный, который я тоже использую в своей работе. Вот такой вот софтбокс есть. Есть вот такая вот экшн-камера. Использую я в основном это, когда я езжу куда-то на отдых, либо на улицу беру иногда, на голову прикреплю и с этой экшн камеры хожу. Причем она такая простенькая, но тоже снимает более-менее нормально. Вот здесь написано 720, хотя у нее есть режим съемки 1080 тоже. Ну, соответственно, стандартная селфи-палка для экшн-камеры. Ну, и так можно что-то там приделать, смартфон, и на эту селфи-палку снимать. И продолжать далее, у меня вот есть такая же камера Nikon, которая называется, которая тоже снимает в HD качестве. В 4К она, конечно, не снимает, я ее слишком давно покупал, но видео достаточно тоже качественное, можно на нее снимать. То есть я просто товарищ такой запасливый, это подарок я себе делал на день рождения несколько лет назад. Таких камер уже не выпускает, но она до сих пор рабочая и достаточно качественная. Софтбокс у меня вот такой, но в основном я использую, когда пользуюсь хромакеем, очень, это когда на зеленом фоне вы снимаете и можно подставить какой-то вид, что вы, например, в офисе, на море находитесь, в лесу, ну, либо просто подставляете сзади картинку, черный фон, белый фон, ну, очень удобно, достаточно удобно. Есть у меня еще вот такой вот петличный микрофончик, вот такой вот. Ну, использую я его в основном, когда снимаю на камеру, не знаю, то есть к телефону не пробовал присоединять, хотя рассчитываю, что скоро радиомикрофон куплю, потому что уже нужна такая возможность, что звук иногда оставляет желать лучшего, особенно когда снимаешь где-то в лесу, где-то по дороге идешь, снимаешь видео, и чуть-чуть бывает неудобно.
Ну вот то, на что я снимал до этого это видео, вот такая вот камера. Покупалась она за 40 тысяч рублей, когда-то давным-давно, около 3 лет назад, может 3,5 года назад. Ну, она себя оправдала, то есть она стоит таких денег. Если, конечно, вы начинаете только съемочный процесс, то можно, конечно, снимать на смартфон. Но большинство видео я свои снимаю на смартфон, потому что камеру я использую, когда уже нужно использовать там какие-то спецэффекты наложить, нормальное видео снять. Причем здесь есть звук, можно подключать 5.1. То есть у кого есть домашний кинотеатр, могу вот лично для вас в этом звуке снять и выложить видео, либо прислать файлом. И вы в объемном звуке будете слышать все, что происходит. Ну, а петличный микрофон. Как петличный микрофон? То есть на Алиэкспрессе вы его можете заказать. Ну, я думаю, рублей 250 он больше не стоит. Может, даже дешевле. Можете даже в наших магазинах поискать вот такой вот петличный микрофон, который можно присоединять к камере, который можно присоединять к телефону и к чему угодно. То есть здесь ничего хитрого нет. Вот штекер здесь стандартный, тройной. Я думаю, мое видео вам помогло чуть-чуть. Если у вас остались какие-то вопросы, можете их задавать под этим видео. Всем привет!